Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы со мной. Меня зовут Ирина, и всем добро пожаловать на мой канал, кто зашел ко мне в первый раз. Сегодня будет обзор моих покупок с магазина Fix Price. И здесь у меня прям, знаете, все, что нужно, и ничего лишнего. Это вот тот золотой момент, когда ты приходишь в магазин Fix Price, и все, что ты там видел, все, что ты там купил, когда пришел домой, ты взял, и когда переспишь с этой мыслью о покупках из магазина Fix Price, пусть даже они бюджетные, ты понимаешь, что нет ничего лишнего, и все максимально очень нужно и пригодится в хозяйстве. Девочки, если вам интересно узнать, что это были за покупки, тогда, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. С недавнего времени, как я вышла замуж, я полюбила цветы. Домашние, комнатные цветы, цветы на улице, и меня прям эта тема очень сильно интересует. Мое большое было удивление увидеть там вот что. Я увидела вот такие вот замечательные подставки под комнатные цветы. Они сделаны, ну, я так понимаю, как бы ковка. Девочки, стоит 55 рублей вот такая вот прелесть на таких ножках. Я купила их целых две штуки. Такая вот подставочка. Сейчас, подождите, я сфокусирую. Вот такая вот подставочка. Так оно в идеале смотрится. И хочу вам сказать то, что, блин, я настолько довольна вот этими подставочками. У них диаметр идет, наверное, мне кажется, ну, спокойно влезет любой горшок диаметром даже там, не знаю, 25 сантиметров. Девочки, классные штучки, классные подставки, от которых я просто в восторге. Девчонки, вот прям в восторге, моему восторгу нет предела. Вот, как я уже сказала, это стоило 55 рублей. Следующее, что было куплено хозяйственное, это были вот такие вот влажные антибактериальные салфетки, их 80 штук. Conte Fost Care, по-моему, уничтожают бактерии до 99%. Так как сейчас лето, и, ну, вообще антибактериальная тема летом, она всегда актуальна, да, в принципе, в любое время года. 80 штук, 55 рублей, я очень довольна. Еще не пользовалась, и думаю, в скором будущем уже открою, сниму покупки и, конечно же, попробую. И в пустых баночках уже расскажу, какого вообще качества данные салфетки. Ну, сейчас попробую открыть хотя бы одну, посмотреть, что они из себя представляют. Девочки, представляете, не могу найти клапан. Ну, она такая, хочу вам сказать, в принципе, да, такая вот тоненькая салфеточка. Имеет свой специфический запах, и она не очень влажная, она в меру влажная, хочу вам сказать. То есть, как бы, ну, чтобы протереть руки, надо будет парочку штук, но да не суть. Посмотрим, будет раздражать руки или нет. Вот такие были покупки. Следующее, что было куплено, это вот такие вот влажные салфетки. Кстати, эти салфетки тоже стоили 55 рублей. Почему говорю цены? Потому что вот эти вот салфетки, я не знаю, это может быть сейчас какая-то ценовая политика в магазине Fix Price стала, то что у них, ну, как бы режут цены на что-то, а на что-то цены завышают. Ну, вот те, кто ходит в магазин Fix Price, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, так вот, вот эти вот влажные салфетки, бытовые, универсальные, их здесь 50 штук, с натуральными эфирными маслами, эфирами цитрусовых. Это, в общем, влажные салфетки, которые, помните, у меня, я всегда брала они, по-моему, в такой сиреневой упаковке салфетки были, но их не было, я взяла эти. В общем, да не суть, вот эти салфетки мне достались 25 рублей, девчонки. 50 штук, салфетки бытовые, причем они прикольные, классные. И для очень сильно брезгливых девушек, вообще домохозяек, вообще людей. Девочки, классная штука, которую можно воспользоваться в туалете. Я имею в виду просто даже обтирать ободок унитаза. И прикольно пахнут, хорошо очищают. Вот, так что вот такие прикольные салфетки, которые мне понравились. Убирают все возможные разводы, которые появляются дома. Ну, классные штуки, которые мне нравятся. Так что не оставляет разводов. На стекле я не пробовала, а вот на мебели, когда ребенок особенно что-то покушает и вытерет на мебель, я имею в виду деревянные, да, там поверхности, замечательно убирает, нравится. Мне понравились данные салфетки. Классная, хорошая покупка. Следующее, что я купила, это были вот такие вот тоже салфетки Soft Care. Это у нас идут простые влажные салфетки антибактериальные. Они у нас идут, по-моему, для рук, лица и тела. Что могу сказать об этих салфетках? Здесь 15 штук, и они, получается, стоят 5,50, я так понимаю. Я их купила, в общем,
или, а, 10 рублей упаковка стоит, девчонки, вру. Я их купила 5 штук, и, собственно говоря, 50 рублей мне, по-моему, обошлись данные салфетки. 3 упаковки мы уже хорошенько воспользовались ими. Неплохие салфетки, которые неплохо очищают, и по качеству, ну, они, кстати, вот такого же идут формата. Такие же салфетки, ничуть не отличающиеся от антибактериальных. Ну, в принципе, на сегодняшний день вот эти вот салфетки, где 15 штук, самая бюджетная цена, на них в фикс-прайсе, а большую упаковку в сумку не возьмешь, вот эти достаточно очень даже гармонично будут смотреться в маленькой женской сумочке и в детском рюкзачке. Следующее, что мы купили, это была покупка для нашего кота. Это был вот такой вот, вообще это был мячик, а внутри мышка. Мячик у нас забрал ребенок, он был такого яркого розового цвета. А мышку мы решили отдать нашему Дарвину. Но большому моему удивлению, сожалению, кот вообще не среагировал на этот муляж. Он не стал играть, не стал играть ни с мячом, ни с мышкой. Теперь у нас эта развлекаловка находится у нашего ребенка. И данную мышку он возит в машине. Так что 55 рублей стоило данное развлечение, которое... Ну, нашему коту оно просто не приглянулось. Ну, купили, было, и теперь хотя бы знаем. Следующее, что купили, это был вот такой вот светильник, ночничок, я не знаю, как кемплинговый фонарик. Он здесь у нас идет, здесь нужно делать батареечки, я даже, девочки, открыть не смогу. Ай, не открывается, девчонки, вот так вот. Ну, в общем, здесь идет 3 мизинчиковые батареечки и здесь диодики. Прикольный такой интересный фонарик, который, ну, не знаю, нам понравился с супругом, и мы решили себе его взять. Пусть будет, отключат свет, и мы данным фонариком воспользуемся, может быть, хоть что-то он и осветит. Вот, следующее, что мы купили, и уже, конечно, схомячили, это был желтый полосатик, девочки. Это, кстати, знаете, это вторая покупка, то, что мы купили из еды. Первая, помните, я рассказывала вам, мы покупали арахис, да, арахис был. А вторая покупка, это был полосатик сушеный. Но для любителей рыбы сушеной, я думаю, вам это понравится, приглядится. Приглянется, да, приглянется, наверное, правильно сказать. В общем, это полосатик, который стоит 55 рублей. Его здесь 50 грамм, но, девчонки... Он здесь прям, знаете, какая-то тощая сушеная рыба. Единственное, кому бы, наверное, очень сильно понравился, это был наш кот. Ну и мы с мужем по полосатику съели, и как-то, знаете, так у нас. Ну, особо не поняли и не огорчились. Состав у него, в принципе, такой, знаете, 50 на 50. Ну, такое, знаете, развлечение, которое понравилось нашему коту, и мы, в принципе, не огорчились. Такая была покупочка еды у нас. Следующее, что мы купили, это были вот такие вот трубочки. Их здесь, по-моему, 100 штук или 200 штук. 150 штук за 55 рублей. Здесь они в сиреневых зеленых тонах. К сожалению, не было каких-то других цветов, я бы взяла другие. Но ничего страшного, будем пользоваться этими. У нас очень любит пить какие-либо коктейли молочный ребенок с трубочкой. Поэтому для нас это вообще такой расходный материал, который, ну, нам нужен, пригодится в хозяйстве, вещь такая очень даже нужная. Следующее, что мы купили, это у нас, давайте я покажу, вот, это ручки, шариковые ручки. У нас, знаете, по такой иронии, вечно пропадают ручки, хотя, ну, куда бы они из дома могли уйти, ноги нарисовались, наверное. Так что вот так вот, ручки 55 рублей, здесь 8 штук, они у нас идут... Сейчас я с вами вместе их открою. Вот еще и не откроешь. Такая вот, кстати, ручка. Механизм ее прост. Очень, кстати, даже мне кажется, будет удобно носить в сумочке. Нажали. Отключилась. Здесь у нас прорезинено. В принципе, сейчас посмотрим, пишет нет. Все пишет, все работает, все здорово. 55 рублей за 8 штучек. Любо-дорого, будем пользоваться. И надеюсь, хотя бы этих насколько-то хватит, и никуда они не денутся. Следующее, что купила, это для себя любимой. Та-дам! Резинки для волос.
Ах, девчонки, я не знаю, у меня просто, наверное, как у обладательницы длинных волос, вообще, как у девочки, я люблю всякие резиночки, заколочки. И последнее время я полюбила вот эти вот резиночки без каких-либо железочек. Invisi Bubble — это, конечно же, безусловный фаворит, который сейчас вообще просто гремит везде и всюду. Но Invisi Bubble мне даже нравится чуть меньше, чем вот эти вот резиночки. Их здесь, по-моему, 10 штук идет, и 55 рублей, классно, здорово. Единственное, что после того, когда они чуток растягиваются, они уже обратно не возвращаются в исходное положение, приходится их выбрасывать. Но за 55 рублей 10 штучек можно себе позволить несколько упаковок покупать, и всегда резинка будет ухоженная, хорошая, и волосы будут держаться. Так что вот такие вот резиночки, которые я для себя любимой купила. Следующее, что мы купили, это была уже покупка для нашего сына. Так как у нас растет сын, нам исполнилось вчера 3 года, и у нас появилась любовь, знаете, к таким вот всяким роботам. Роботы вот такие вот маленькие человечки, я вот смогла у него утащить одного вам показать. В общем, это какие-то роботы, солдаты, вторжение называется, стоит 55 рублей. Здесь 4 солдата и 1 сборный робот. Вот этот сборный робот, собственно говоря, я вам и показываю. Девчонки, классная, кстати, игрушка, и ребенку в машинку залазит, можно спокойно поставить этого робота, он играет, и они не очень страшные, ничем не пахнут, классные роботы, которые, ну, нам понравились, кстати. Очень даже понравились. Следующее, что мы купили. В общем, девчонки, мы купили ему вот такую вот раскраску, которая называется «В мире животных раскрась водой». Раскраска из себя представляет обычные листочки черно-белые, которые представлены здесь, и просто вот такие вот точечки, которые здесь есть. И нужно взять обычную кисточку, смочить ее водой. И все, и будет картинка. У нас уже сынок ей воспользовался, это мы недораскрасили. Вот такие вот, в общем, картиночки получаются. Очень даже интересно ему ей поиграть было. Вот такие вот картинки. Здесь такой жираф, который интересный. В общем, это увлекательная на самом деле раскраска, которая очень сильно понравилась у нас Кирюшке. Он с удовольствием ей поиграл, позанимался. Ее просто мы, естественно, выдираем листочек, чтобы все картинки не залить водой. Очень удобно. И мамы, кто не очень любит и может, допустим, не всегда может сидеть с ребенком и наблюдать, как он раскрашивает, это вот прям must-have. Ведь можно просто взять, оставить ребенка, налить ему чуть-чуть воды, и он будет увлечен, а вы можете хотя бы элементарно приготовить завтрак, либо обед ребенку разогреть. Классная раскраска, стоит 55 рублей. Мы, думаю, купим еще какие-нибудь. Ну вот, девочки, это были все мои покупки из магазина Fix Price. Надеюсь, данное видео для вас было интересным и в первую очередь информативным. Может быть, вы что-то для себя почерпнули и сделаете выводы на следующие покупки. Если это так, конечно же, не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые видео. Также не забывайте на меня подписываться на мой инстаграм, чтобы не пропустить какие-то, может быть, мои отзывы на косметические уходовые средства там, чтобы вы были в курсе событий, что я попробовала и какое мнение сложилось, для того, чтобы не совершать каких-то пустых покупок. А я вас всех люблю, целую, с вами была ваша Ира, до новых видео, всем пока-пока!